Цветы лежат. Да? Да. Ключи есть? Да. Выдающемуся доктору от благодарной пациентки Жаклин. Тут еще противень, кажется, с запеканкой. Наверное, это Анжель. Кто такая Анжель? Это медсестра. Она мне и печенье как-то приносила. Стой, погоди. Вот так. Ну? Что? Что происходит? Ничего, все хорошо. Это Лили? Да, Лили тут. Подойди, милая. Оставь ее. Моя Лили, для меня ты всегда будешь самой красивой. Солнышко, ты ничего не съела? Я только надену платок. Я же не ребенок. Кто сегодня останется с дедушкой? Мы все. Может, поедешь домой? Я останусь тут. А кто отвезет Лили в школу? Ты уйдешь с утра? Поеду на автобусе. К тому же он едет мимо дома дельфины. Я справлюсь. Ладно. Кстати, запеканка вкусная. Комплименты медсестре. Поблагодарю ее от тебя. Кого? Анжель. Ты ее знаешь? Анжель? В больнице таких нет. Что такое? Что там? Вроде ничего. Как в тот раз. О чем вы? Мы во что-то врезались, пока ехали. Лорен сказала, у дороги лежал мужчина. Он был голый. Голый мужчина? Лампа упала. Милая, что это за история? Не знаю. На земле лежал голый мужчина, я его даже коснулась. Потом я отошла. Пока искала телефон, он куда-то исчез. Как это исчез? Взял и исчез. Не смотрите так на меня. Он пропал, куда-то делся. We are bound to be.
Боже мой. Молодец, Лили. Получишь сумочку? Еще, Лили, еще. Кажется, ей нравится. Ну и мерзость. Я бы купил ей сумку, но ты и свинья. Я уложила дедушку. Папа внизу. Я оставлю дверь на всякий случай. Не волнуйся, мама. Ты рано пришла из школы. Что-то случилось? Живот болел. Да? Сейчас лучше? Ну-ну. Солнышко. Мое солнышко. Мы совсем справимся, милая. Папа прав. Дедушка очень сильный. А насчет сумки? Может быть, купим ее в два захода? Почти все. Еще две ступеньки. Одна? Да. Вот и все. Держи. Спасибо. Невкусно? Любопытный вкус. Что это? Это же кофе. Может, переделать? Нет, не надо. Не хочу, чтобы ты опоздала в школу. Спасибо. Пока. До вечера. До вечера, дорогая. Я понимаю, но я сейчас не могу. Да, я понимаю, о чем вы. Поверьте, у меня компетентные коллеги. Простите, мадам Тюссо, мне нужно идти. Позвоните в клинику, они найдут другого врача. Мадам Тюссо, мне нужно бежать. Да, Юб, только быстро, я занята. Что? Она села на автобус. Ясно, еду. Через неделю про тебя все забудут. Не волнуйся. Не хочу больше видеть этого придурка. Ненавижу его. Я понимаю. Не делай глупостей. Я просто исчезну на пару дней. Мама видела видос? Нет. Она не пользуется интернетом.
Привет, Виктор. Решила вас проведать, узнать, все ли в порядке. Вы очень добры, спасибо. Запеканка понравилась? Да, всем пришлась по вкусу. Рада это слышать. Кажется, дочка помыла ваш противень. Посмотрите на кухне. Ладно, спасибо. Анжель, будьте добры, включите музыку, пожалуйста. Да, хорошо, сейчас. Теперь твоя очередь там считать. Нет. Мы все считали. Нет. 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 Это мама Лили? Да. Дельфина? Как ты? Хорошо. Ты видела Лили? Нет. А что? Она не приехала с тобой? Нет, а должна была? Должна была. Ну, я ее не видела. Лоренс? Что-нибудь узнала? Нет, ничего. Что-то случилось? Она тебе сказала, почему вчера ушла? Да, сказала, у нее живот заболел. Объясни, в чем дело. Случайно увидел утром. Это может тебя шокировать. Боже мой. Молодец, Лили. Получишь сумочку. Еще Лили, еще Лили, еще Лили. Да, умница. Твоя мама в школе ищет тебя. Говорит, у него голова болит. Это все от Wi-Fi. Я хочу домой. Эй. Что на самом деле случилось? Пришла моя очередь считать, но я не хотел идти в кладовку. Надо было сказать, что не хочешь. Я сказал, но они не послушали. Понимаю. Но Тео, нужно быть напористей. Я им сказал, нет. Знаю, но они не услышали. Отсюда и проблемы. Эй, никто не говорил, что будет легко. Я сказал, что не хочу, я сказал! А ты маме ничего не говоришь! Сейчас. Вот этот момент. Анжель?
Анжель? Анжель? Хватит! Хватит, успокойся! Анжель? Я сказала, прекрати! Я уберу руку, если обещаешь не кричать. Обещаешь? Я не шучу! Анжель, это вы? Я тебя отпущу. Но веди себя тихо, ладно? Кто вы такая? И почему я вас не вижу? Так не бывает. Так, я тебя отпущу. Только не кричи. Ладно? Как вы такой стали? У меня это не сразу получилось. Но как? Бывало такое, что ты чего-нибудь очень сильно хотела? Да. Ты ведь меня видела, когда я проснулась, верно? Да. Как ты смогла? Что? Как ты смогла меня увидеть? Увидела и все. Это невозможно. Вы лежали и спали, а потом проснулись и еще здесь? Я здесь. Вот. Моя рука перед тобой. Протяни свою и увидишь. Зачем вы пришли к моему дедушке? А ты не поняла? Иногда мне хочется, чтобы меня видели. Он меня видит. Папа. Прости. Лили дома?
Нет, она ушла утром. А что? Что случилось? У папы ее нет. Я заеду домой, ладно? Перезвоню. Ну что? Кто это принес? Анжель. Скажи, что происходит? Анжель? Она приходила? Да, приходила. И где она? Не знаю, ушла, наверное. Так что случилось? Я не могу найти Лили. Ты говорил с ней? Да. Ну и? Она рассказала? Что именно? Не ответишь? Волнуется, что тебя не было в школе. Привет, вы позвонили Лили. Оставьте сообщение. Да что тут происходит? Ничего, папа, не волнуйся. Не переживай. Беспокоится. Я тоже, мама, понимаю ее. Я никогда не вернусь в школу. Разонравилась школа? Из-за того блондина? Вы за мной следили? Ничего не могу с собой поделать. Все время слежу. Тогда вы знаете, что случилось? Вчера вечером я была с тобой в комнате, когда ты смотрела видео. Ты не можешь тут вечно прятаться. Я могу помочь. Помочь? Скрыться. При этом не прячась. Ты же этого хочешь? Стать невидимой? Это возможно? Я же смогла. Значит, и у тебя получится. Ну что? Ты еще сомневаешься? Его. Боже мой. Молодец, Лили. Получишь сумочку. Еще, Лили. Еще, Лили. Еще, Лили. У нее есть партнер? То есть, она уже спала с мальчиками раньше? Не думаю. Нет. Ясно. Она сказала, что у нее болел живот. Надо было догадаться, что что-то не так. Ей 15, как тут играть в угадайку? Она расстроена, наверняка думает только о худшем. Ей стыдно. Надо, чтобы в школе про нее забыли. Вот и все. Комиссар прав. На видео хотя бы лица не видно, уже хорошо. Думаешь, ей от этого легче?
Нет. Но что, если бы ее было видно? Звучит логично. Могло бы быть хуже. Может, начнем ее искать? Можно... Можете отследить ее телефон? Для таких мер нужно подождать минимум сутки. Насколько я понял, ваш отец видел ее утром. Да. Слышал. Вот что я имею в виду. Из-за всей этой истории Лили, вероятно, решила погулять. Вернется вечером после уроков. Значит, нам просто ждать. Просто ждать. Так? Пока она там одна, в отчаянии, и может наткнуться на какого-нибудь психа. Простите. Заболела, а уроки почти закончились. Ну и ладно. Проведу больше времени со своим рыцарем. Валерий. Нет. Нет. Да-да-да. Мне пора. Справишься? Да. А что такое? Просто уточнил. Я пойду. Я тебя сейчас съем! Съем, съем! Твою мать! Сука! Черт, все хорошо. Прости, милый. Я не специально. Я просто так хотела тебя съесть. Я тебя съем! Я тебя съем! Все, иди. Иди. Почему тут так темно? У нас гости. Не включай свет. Она твоя ровесница. Нет, она младше. Я включу свет. Лили, я хочу познакомить тебя с моим сыном Пьером. Пьер, это Лили. Она нам друг. Привет. Лили останется на пару дней. Она тоже хочет стать невидимой. Где мой телефон? Наверное, ты забыла его в подвале. Мне надо позвонить маме. Я тебе его потом принесу. Я хотела постелить Лили в гостевой спальне, но там как-то мрачно. Может, она переночует у тебя в комнате? Нет. Мама, нет. Не настаивай. Нет. Я сказал, не настаивай.
Он вас видит? Да. Только он. Ты знал, что меня видно, когда я сплю? Закрой. Слушай. Я привела ее для тебя. Открой. Тебе стоит завести девушку. Ты же не хочешь всю жизнь провести со старой невидимой мамой? Спроси, что она делала с мальчиками в школе. Входи. Где она? Не знаю. Она не пришла в школу из-за видео. За такое сажают. Я его не постил. Ты что, тот самый умный? Прекрати, пожалуйста. Ты разговаривала с Лили? Только утром. Так ты с ней виделась? Нет, мы переписывались. Она была у дедушки. Он же ее не видит, она спряталась у него. Я проверю. Черт! Лили, это ты? Лоренс. Анжель! Кто здесь? Виктор? Анжель! Что с вами случилось? Это вы? Да. Я не в лучшем виде, простите. Не волнуйтесь, я вам помогу. Вот так. Мы все уберем. Спасибо, Анжель, спасибо. Вот сюда. Эй!
Почему ты видишь свою маму? Просто вижу и все. Тогда получается, что ты ее голой видишь? Не напрягает? Да, немного. Поэтому дома она одевается. А вот тебя я хочу видеть голой. Ты нормальный вообще? Прости. Мама, сфоткай! Да уже 20 раз фоткала. Хватит. Дай посмотреть! Нет, Тео, стой! Да блин, ты их моему боссу отправил. Прости. Оставь меня в покое. Нечестно. Мне на работу через 2 часа, я хочу отдохнуть. Сделай тише, пожалуйста. Сделай тише. Сделай тише. Тео. Я еще не закончил. Я тебе 100 раз попросила звук убавить. С тобой не весело. Я есть хочу. Я возьму йогурт. Да. Не могу найти. Наверху. Не вижу. Можно другое взять? Да чтоб тебя. Смотри внимательно. Вот. Что не так? Я хотел сам открыть. Вкус от этого не меняется. Я хочу другой. Ты не получишь другой просто из прихоти. Это перевод продуктов. Ты же выливаешь молоко из-под хлопьев. Хочешь йогурт, значит? Нажри свой грёбаный йогурт, Тео! Ты же этого хотел? Чего ревешь тогда? Ты злая. Ты меня бесишь. Хватит реветь, твою мать! Я хочу отдохнуть перед работой. Ты все время отдыхаешь, только это и делаешь. Другие мамы так себя не ведут. Сука! Боже, у Лоренс такой бардак. Мне надо идти. Что, сейчас? Но я хотел познакомить вас со своей дочерью. Нет, не сейчас. Папа? Папа, где ты? Я в спальне. Просто поздоровайтесь, мне это важно. С кем ты говоришь? С Анжель, которую радостно тебе представляю. Тут никого нет. Анжель? Анжель, вы еще тут? Здесь никого нет. Странно, пару секунд назад. Послушай, говори со мной честно, ладно? Ладно. Чай, газеты, печенье сегодня утром. Так. Папа, я знаю, что это все Лили. Лили? Нет, это Анжель. Папа, она дважды прогуляла в школу. Не надо ее покрывать. О чем ты вообще говоришь? Она тебе рассказала про Артура? Про видео. Видео? Как она могла показать мне видео? Ну, рассказала, не показала. Папа, ты меня за дуру держишь? Нет, конечно, но ты меня нервируешь.
Озвучено по заказу Шоу Джетт.